Еще Полина. Я ее муж. Муж? Боюсь, вы слишком молоды. Простите, что происходит? Мой друг, понимаете, он попал в аварию, и теперь... Он старый друг Полины! Правда? Замечательно. С тех пор, как дети разъехались, к ней мало кто приходит. Не хотите поздороваться? Она жива? Ну, конечно. Я ее сиделка. Полина сейчас на уроке лепки, но скоро вернется. Он был сбит над Бирмой и застрелен при попытке скрыться от врагов. За авиакатастрофу транспортное сообщение с Дейтоном приостановлено. Власти объявили в розыск пилота некоего Клэрсона. Мы в телеке! Элайджа! Что происходит? Я звоню в полицию. Нет. Они здесь. Тебя нашли! Убегай! Беги, Элайджа, беги, лейтенант! Элайджа, мы все объясним. Так, назад, назад! Лейтенант Роу, выходите из дома! Лейтенант Роу, выходите немедленно! Лейтенант Коул! Лейтенант Коул! Не бойтесь, просто выслушайте меня. Мы приехали все исправить и вернуть вас туда, откуда вы прибыли.